Жанна Кала, Жерем Боб Жаралгансен. Под таким названием в Жангалинском районе завершился областной Айтыс. В песенном состязании приняли участие 12 акынов. 12 акынов. Все опытные исполнители, победители и призеры различных конкурсов выступали в традиционном для Айтыса формате, добавляя в свои импровизации элементы современности. Собравшиеся со всех уголков области мастера слова почтили память народного артиста Кюйше Туехберды Шамилова. После посетили районный историко-краеведческий музей, где ознакомились с ценными экспонатами музейного фонда. Затем акынов принял аким района Дархан Закарин, который вручил благодарственные письма гостям и участникам мероприятия. Затем на сцене районного колледжа прошел областной Айтыс акына. В ходе поэтического турнира акыны воспевали достижения и успехи республики за годы суверенитета, политическую стабильность, дружбу, единство и согласие народа Казахстана. Мы можем с уверенностью сказать, что традиции Айтыса находятся на высоком уровне. Современный Айтыс не утратил ни своей литературной значимости, ни злободневности. Среди населения растет популярность Айтыса. И, конечно же, радует, что в нашей области так много талантливых акынов, которые уже сейчас имеют высокий уровень мастерства. Например, из 20 акынов при Урале 14 являются профессионалами. Состязание акынов было острым, умным, спором достойных соперников. Благодаря мастерскому владению словом, айтыскеры получили поддержку и одобрение зрителей. По итогам айтыса первое место заслуженно занял жанибекский айтыскер Мурадым Мирланов. Обладателем гран-при стал акын Орынбек Миндыкулов из Жангалинского района. Рад, что принял участие в мероприятии и стал победителем. Каждый из айтыскеров показал высокий уровень мастерства и импровизации. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия. Победителями и призерами Айтыса были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки. Необходимо отметить, что Айтыс акынов найдет свое продолжение в Акжайкском районе. Альбина Гумаргалиева, Ержан Тойлыбай, Айдус Кисимов, телеканал Акжайк.